Добрый день, уважаемые зрители канала Garden School. Сегодня мы с вами совершим зимнюю прогулку по нашему саду. И увидим, что декоративными в саду зимой могут быть не только хвойные растения, но и лиственные кустарники, деревья. И вся структура в саду играет зимой. Сейчас мы в этом убедимся. Вот за моей спиной находится входная группа нашего сада из высоких хвойных растений. Здесь и пихта, и сосна, и туя. Все они встречают каждого вошедшего в наш сад. Они уже достаточно большие. Пихта корейская служит у нас новогодней елью. Мы ее украшаем гирляндами. Она сверкает с Нового года и до Крещения, радует нас своим светом. А вот слева от меня находится дерен. Дерен белой формы сибирика, который мы с вами стригли летом для омоложения и для цвета зимой. Именно это вы сейчас и можете посмотреть, какой яркий цвет у коры этого дерена. Вот мы как раз сейчас стоим на центральной полянке нашего сада. Здесь достаточно большая открытая площадь. Обрамляют ее хвойные, лиственные растения. Центральное место, конечно, здесь занимает наша любимица пихта сибирская. Я уже неоднократно о ней рассказывала в предыдущих роликах нашего канала. Она стоит этого, потому что такой ровный кроны, как у этой пихты, у нас в саду больше ни у кого нет. Но и лиственные деревья смотрятся зимой, особенно если они, веточки их присыпаны снегом, смотрятся очень нарядно. Если бы здесь были только хвойные, сосны, ели, то вид был достаточно мрачным, ну, на мой взгляд. Поэтому, если вы только планируете свой сад, свои посадки, то обязательно делайте сочетание и хвойных, и лиственных растений, так как они красивы и зимой, и летом. Прогулка по зимнему саду обычно у каждого садовода всегда сочетается с какими-нибудь работами. Даже сейчас всегда есть место работы в саду. И самый любимый инструмент мой зимой – это вот такая обычная метелочка. Потому что лучше, чем она, никто не стряхивает снег с хвойных растений. Особенно это важно вот для таких растений, как туя, стриженная шаром. Хотя я ее регулярно подстригаю, чтобы крона была плотная, но все равно снег и особенно ледяной дождь, который прошел у нас опять в этом году, быстренько форму ее нарушает. И, ну, несмотря на то, что я ее даже не обвязала, хотя это очень важная процедура осенью обвязать все шаровидные растения хвойные, потому что они первые теряют форму, но все равно форма более-менее сохраняется. На что еще мы обращаем внимание зимой? Вот посмотрите на стриженное растение. Это боярышник однопестичный, который я стригу ежегодно. Посмотрите, как красиво зимой именно форма лиственного растения, стриженного. Плотная крона, красивые извилистые стволы. И уже растение смотрится интересно не только летом, но и зимой. Особую эстетику зимой дают плакучие формы. Вот, обратите внимание на можжевельник обыкновенный, форма Хорстман. Всегда очень красив, особенно в инии, в снегу. И, между прочим, эта форма очень хорошо держит снег. Практически не приходится его стряхивать с можжевельника. Надежность и крепость ствола, веток проверена уже многими годами. И еще одна красивая плакучая форма – это у меня псевдоцуга мендиса, форма глаука пендула. Вот она здесь рядом, сейчас вы ее видите. Но с ней гораздо сложнее, потому что ее приходится подвязывать к длинному столбу, иначе она под тяжестью снега
ну, во-первых, не дает такую высоту, а во-вторых, она может под большим количеством снега и ледяного дождя сломаться. Поэтому однажды зимой мы ее поднимали с очень большого, после большого снега мы ее поднимали, и поэтому закрепили надежно на металлические столбы. Но лучше всего снег держат ели. Ель колючая, ель обыкновенная, потому что природой они уже предназначены. Они живут в снежном климате, и они предназначены к снежным навалам. Вот я сейчас стою с елью колючей формы глаука, формы сизая, и ни разу практически за зиму я к ней не подхожу с метелкой и не стряхиваю снег. У нее абсолютно прочные ветви и идеально предназначены для больших снежных навалов. Так что, если вы хотите посадить и забыть зимой, или вы просто не приезжаете в сад, то, безусловно, ели – это то, что вам надо. Потому что даже сосны, вроде бы тоже растения, абориген наших мест, но сосны достаточно сильно разваливаются, опускают вниз ветви от большого снега и даже могут сломаться макушки. И опять я возвращаюсь к листопадным деревьям, которые не сбрасывают листву на зиму. Частично она на них остается всегда. Вот сейчас вы видите дуб черешчатый формы фастигиата костер, который помимо того, что держит идеально практически с небольшой обрезкой свою колоновидную форму, но и украшает зимой не опавшей листвой. Листва у него мельче, чем у вида дуба черешчатого, и она продолжает висеть практически до новой листвы. Так же, как и дуб красный. Мы сейчас его тоже посмотрим. Но он великан, поэтому если места мало, то лучше сажать такие карликовые формы дубов. Вот как раз я сейчас стою недалеко от дуба красного, который у нас еще маленький, но листва на нем висит очень долго. Помимо того, что это осенняя окраска, взрывная такая осенняя окраска, красно-кирпичного цвета листва, то и зимой он по-прежнему продолжает украшать. Но это очень большое дерево, имейте в виду. И еще об одном моменте своих зимних прогулок я хочу вам сказать. За моей спиной яблоня, достаточно старая уже и требующая достаточного времени на обрезку весной. Когда мы приходим с инструментом весной, времени у нас всегда очень мало, не хватает, весной очень много дел. Поэтому всегда, прогуливаясь по саду зимой, я намечаю то, что я буду резать. То есть план обрезки каждого дерева я намечаю, размечаю зимой. Когда у меня есть время подумать, мне все видно, можно даже зарисовать, зафотографировать и поставить там себе штришки на фото или на рисунке. В первую очередь, что мы режем, как мы режем. Обычно это все обрезка идет с макушки, с центрального проводника, поэтому гуляете, смотрите, где вам мешает, что можно обойти со всех сторон. То есть мы экономим весеннее время. Ну, это делаю так я, мне это удобно. Может быть, вам тоже пригодится эта подсказка. И вот сейчас вы видите граб обыкновенный из семейства березовых. Листву свою он не сбрасывает до весны. И видите, то есть растение листопадное, но в принципе оно выглядит очень интересно и зимой за счет того, что листва не опала. Она опадет только когда начнет распускаться новое. Его я формирую пирамидой, колонной, как получится, потому что он прекрасно стрижется. Очень рекомендую вам обратить на нее внимание. Это граб обыкновенный. И здесь мы опять стоим с плакучей формой. На них я обращала уже ваше внимание. Это ель обыкновенная, ель европейская, форма инверса. И также зимой она выглядит очень интересно, эстетично. И
тоже, несмотря на свою плакучую форму, идеально выдерживает снежные навалы. На ней в этом году и шишек много было, то есть украшают не только формы, но и шишки каждую ель украшают зимой. И именно это мы можем с вами увидеть на этой еле сербской, это видовая форма. Посмотрите, как интересно, на ней висят шишечки, как будто новогодние украшения. Конечно, весной они выглядят интереснее, у них малиновые оттенки, потом сиреневые, и вот сейчас они стали просто коричневого цвета. Но так же, как и все другие ели, ель сербская идеально для снежных навалов. Идеально выдерживает снег в большом количестве. Еще одна интересная ель. Ель обыкновенная форма вергата. И в снегу снег немножечко давит на ветки, она немножечко приспускается. Так они ее обычно подняты выше. Она становится в снегу еще интереснее, чем летом. Вот еще один сорт ели колючий, сорт Нимец. Посмотрите, как идеально снег лежит на прочных лапах. То есть она может держать этот снег, не надо даже к ней подходить, обтряхивать. И смотрится интересно и красиво, и очень прочная. Ели колючие идеально держат. И вот опять возвращаемся к листоопадным растениям. Вот посмотрите, пирамидальная форма крушины, как она интересно смотрится на фоне хвойных. То есть сочетание хвойных растений с лиственными – это всегда беспроигрышный вариант. А сейчас мы посмотрим, хоть и хвойное растение, но опадающее – это у нас, конечно же, лиственница – которая зимой интересна именно за счет своей структуры, структуры ветвей. Перед вами лиственница японская, сорт Little Bogle. Маленькое недоразумение переводится, но она действительно очень чудная, но безумно красиво смотрится в снегу. Вы посмотрите, если осенью она интересна за счет цвета своей коры, он у нее немножко такой красно-коричневатый, то зимой как будто специально, чем не скульптура. Лучше лиственницы, на мой взгляд, зимой никто не выглядит. Потому что снег подчеркивает интересную структуру кроны любой лиственницы. Практически, будь то плакучая, будь то пирамидальная или любой другой вид лиственницы. Обратите на нее внимание. Ну и, конечно, про стриженные сосны я не могу не сказать, потому что это любовь постоянная моя. Много роликов у нас уже снято на эту тему. Обратите внимание, несмотря на подвязку, все-таки ветки подвязаны еще не очень красиво, но как ложится красиво снег на стриженные ветви сосны обыкновенной, вы можете видеть здесь. То есть плавно-плавно по всей длине лежит и каждый побег, каждая ветвь подчеркнута снегом. И опять возвращаемся к структуре лиственных деревьев зимой. Вот за моей спиной вы видите, это ива свердловская номер 2. Большое крупное дерево. В высоту она может достигать 13 метров, но ширина у нее очень маленькая. То есть это достаточно узкое растение для такой высоты. Но вот форма, структура кроны извилистых ветвей зимой видна лучше, чем летом. Поэтому зимой она гораздо интереснее выглядит, чем вот летом оттягивает на себя внимание листва. А сейчас мы видим именно эту структуру и графику ветвей. Тоже очень интересный сорт. Большое значение зимой еще имеет цвет коры. И, безусловно, здесь нет соперников у дёринов. Вот здесь у меня высажен ряд дёринов красных, кроваво-красных, несколько сортов. Посмотрите, какая интересная окраска у их молодых побегов. Повторю еще раз, именно молодые побеги имеют такой яркий цвет. Поэтому приходится их регулярно обновлять. Ну и, конечно,
нельзя обойти зимой графику злаковых растений, злаковых цветников и их партнеров. Конечно, ледяной дождь просто так не прошел для них. Они немножечко все легли, но все равно структура, форма, объем сохранились. Поэтому злаки, многолетние крупные орнаментальные многолетники, очень хорошо выступают зимой в качестве объема, формы, структуры, цвета. Тут может быть все что угодно. Если вы любите такие растения, высаживайте их в тех местах, которые вы можете видеть, чтобы далеко за ним не ходить. Вот у нас они видны очень хорошо из окна дома. Вышел, выглянул в окно и увидел зимний цветник. Ну и, конечно, как в зимнем саду обойтись без кормушки для птиц. Кормушка может быть покупной, сделанной из любой банки. Ну, если вам очень важно, то на видном месте, то, конечно, она должна быть декоративной. Вот у нас здесь на дровнике они выглядят обычно, но зато это место, оно всегда покрыто шелухой семечек. Там всегда много, так сказать, ну, такого органического мусора. Но в этом месте это не важно. Если у вас кормушка на видном месте, то, конечно, там нужно посмотреть, чтобы эта шелуха не попадала на красивые растения, особенно хвойные. То есть вы понимаете, да, кормушка должна быть в том месте, где вам, во-первых, это видно, а во-вторых, этот мусор не будет вас расстраивать и пачкать ваши красивые растения. Ну и заканчиваем мы нашу небольшую зимнюю прогулку около Цуги канадской сорта Winter Gold. Как раз сейчас она свое название полностью оправдывает. Хвоя у нее желтого цвета. И если вам понравилась наша прогулка, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, если вам что-то было непонятно. До новых встреч!